Добрый вечер. На 12-м канале итоговый выпуск «Часа новостей». В студии Юлия Комарова. И вот о чем мы сегодня расскажем. Задержанный уже дает признательные показания. Предполагаемого убийцу московской школьницы отправили в СИЗО, что следствию известно к этому часу, есть ли новые подробности резонансной трагедии. «Улыбайтесь», вас снимает скрытая камера. Значит, разговаривают, товарищи. За использование мобильного за рулем теперь тоже будут приходить письма счастья. Какой грозит штраф и где установлены видеокамеры. Вспомнить заслуги тех, кто трудился в тылу. В Нижнеиртышском Саргатского района открыли аллею трудовой славы. Чтобы мы чтили людей труда, сами старались именно вот быть достойными этих людей. А еще выставка ремесленников, вкусные угощения и зажигательные танцы в преддверии Дня народного единства. Из одной ягоды сразу три блюда. Это мусс из хурмы, то есть желеобразная хурма, мороженое из хурмы и сама хурма. В Омске начался сезон хурмы. Чем полезно оранжевое золото и почему раньше считалось деликатесом? Игрушек не так много, а мечи уже в восторге. Еще бы снежочка, и было бы вообще класс. На Левобережье появилась новогодняя елка. Убил ради убийства. Такое шокирующее признание сделал подозреваемый в расправе над 15-летней школьницей из Москвы. Сегодня стало известно, что силовики задержали ранее судимого 41-летнего мужчину. Он не только признался в содеянном, но и рассказал, как все было. Напомню, что за поисками девочки следила без привлечения вся страна. Что с ней произошло, оставалось загадкой. И вот сегодня стало известно, что это все-таки убийство. Все подробности и последние данные, которые известны к этой минуте, собрала Ангелина Рунова. Ей удалось пообщаться и с отцом погибшей. Понурив голову и не проронив ни слова, предполагаемый убийца 15-летней школьницы заходит в зал суда. Теперь жители страны поражает не только жестокость 41-летнего омича, но также его цинизм. Подозреваемый делает шокирующее признание. Говорит, убил ради убийства. В СМИ появилась информация о том, что все произошло якобы, когда мужчина ловил рыбу на берегу Иртыша, а девочка сама подошла. Дальше между ним и любопытным ребенком вспыхнул конфликт. Тогда он, цитата, «придушил девочку и утопил». На трупе школьницы нашли геном подозреваемого, а задержали злоумышленника на работе. Однако пока ни полиция, ни следственный комитет, ни прокуратура эту информацию официально не подтверждают. В каких-нибудь 30 метрах от меня находится лодочная станция. Там завершились 4-дневные поиски 15-летней москвички. Тело девочки было обнаружено в воде, оно зацепилось за лодку. Я напомню, что первоначальные данные звучали так. Следов насильственной смерти нет, однако отец погибший, даже несмотря на отсутствие обнадеживающих результатов на первых порах расследования, был категоричен, он настаивал. Его дочь была жестоко убита и верил, человек, оборвавший жизнь ребенка, от правосудия не уйдет. Помимо того, что я знаю свою дочь, я уверен в том, что она не могла самоубийством. То есть это совершенно противоречит ее характеру. Второй момент, там были определенные моменты, которые говорят о том, что это тоже не могло быть самоубийством. Как вы считаете, все-таки пожизненно он заслуживает? Я не знаю. У нас есть законодательство здесь, как осудит, так осудит. Но это в любом случае его не вернет. Улыбку этой школьницы знает, наверное, каждый житель России. Ведь за ее поисками следила без преувеличения вся страна. Криминальная история о том, как семейный отпуск обернулся трагедией, началась 22 июля в Омском парке Победы. Девочка вместе с родителями и младшими сестрами приехала навестить родственников. И при странных обстоятельствах пропала всего за несколько часов до вылета в Москву. Сказала, что вот я возьму ручную кладь, свой рюкзак я уже взяла с собой. А вы идите, собирайтесь, я вас догоню. Начали ей звонить, у нее отключился телефон. Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения, отрабатывали любой возможный маршрут. К поисковым отрядам день ото дня присоединялись все новые и новые добровольцы. Пропавшую школьницу искали всем городом и ночью, и днем. Всего 40 сантиметров, это один шаг. С учетом того, что сейчас темно и поверхность у нас земли неровная, то есть может быть какая-то... Ничего не трогаем, потому что у нас для этого есть перчатки.
Шаг за шагом амичи прочесывали заросли парка Победы, проверяли берег Ртыша. Водолазы обследовали дно, люди в погонах изучали местность с высоты птичьего полета при помощи беспилотника. Землю носом рыли даже собаки и, наконец, взяли след. А после на несколько месяцев пресс-службы силовых ведомств погрузились в молчание. Однако сегодня всех шокировала новость с пометкой «Молния». Оказалось, это убийство. Люди в погонах напали на след и задержали предполагаемого преступника, когда тот был на работе. Благодаря совместным согласованным действиям следователей и криминалистов, а также сотрудников уголовного розыска, был задержан подозреваемый, это житель города Омска, ранее неоднократно судимый. Известно, амич уже сидел за решеткой за совершение насильственных действий. Следствию еще предстоит выяснить, как этому человеку удалось практически не оставить следов, где он скрывался несколько месяцев и что на самом деле произошло между ним и 15-летним ребенком. Расследование продолжается. Ангелина Рунова, Дмитрий Латогепченко, 12 канал. Возможно, падение конструкции и срыв кровли. Спасатели объявили штормовое предупреждение. Уже ночью в регионе ожидается ухудшение погодных условий. Сильный ветер до 21 метра в секунду, снегопады и резкое снижение температуры. Сейчас в некоторых округах снег с дождем. Из-за ухудшения погодных условий губернатор Виталий Хаценко поручил главам муниципалитетов ответственнее подойти к вопросу очистки дорог от снега, а также проверить исправность всей техники. Под особым контролем дорожников места потенциального подтопления. На этих точках работала откачивающая техника. Кроме того, проводилась обработка дорог песко-соляной смесью. Только за сутки было использовано 30 тонн антигололедного средства. Первые 40 автомобилистов уже в ближайшее время получат штрафы за использование телефона за рулем. В Омске камеры видеофиксации стали ловить нарушителей, которые разговаривают по мобильному прямо во время движения. Штраф в несколько раз выше, чем наказание за превышение скорости. Пока первая камера работает на одной из областных трасс, но до конца года начнут фотографировать нарушителей еще 10 систем. Где именно? Подробности далее. Практически пустая дорога, но водитель иномарки, даже не пытаясь сманеврировать, на полной скорости врезается в припаркованное с краю авто и сбивает мужчину. Как потом окажется, виновник – таксист, а пассажиры подтвердят, что мужчина всю дорогу отвлекался на телефон. А это уже Красноярск. Легковушка на полной скорости влетает в автобус. У водителя в руках тоже был телефон. Раньше правонарушения фиксировали госавтоинспекторы, а теперь в этом деле у них появились современные помощники. Контролируют скорость, проверяют соблюдение рядности на дороге и выезд за стоп-линию. Наказывают, если водитель не пристегнул ремень. С недавнего времени видеокамеры фиксируют даже использование мобильного телефона. А это первые нарушители амичи, которым уже в ближайшее время придут письма счастья. Сумма штрафа – 1500 рублей. Картинка четко, то есть если телефон находится в руках и используется, видны какие-то действия водителя именно с этим телефоном, то это считается нарушением правил дорожного движения. Сейчас комплекс видеофиксации использования мобильного телефона за рулем работает только на Тюменской трассе. В ближайшее время к нему добавится еще 10 камер в городе, в том числе на пересечении 10 лет Октября и 20-й линии. Амичи с новым вариантом контроля правил дорожного движения согласны, но некоторые все же признаются, что иногда нарушают закон. Бывает, что разговаривают товарищи, но есть такие же вопросы, которые нужно решать очень, быстро. Стараюсь. Только в этом году в ДТП пострадали почти 2500 человек, 107 из них погибли. Но страшную статистику поможет снизить сознательный отказ от телефона за рулем. Даже самые важные дела, когда вопрос касается безопасности, могут подождать. Денис Жарков, Юлия Комарова, Владислав Осинцев, 12 канал. Стал известен график работы поликлиник в праздничные выходные. Сегодня у них обычный рабочий день. А 3 и 4 ноября вызвать терапевта и педиатра на дом можно будет с 9 утра и до обеда. В эти же часы будут принимать и дежурные врачи, а совершать обходы до 15:30.
Что касается кабинетов неотложной помощи, в детских поликлиниках и больницах они будут принимать маленьких пациентов до 18 часов. Скорые и травмпункты также отработают выходные в обычном режиме. В связи с празднованием Дня народного единства график работы изменят и почтовое отделение Омской области. 4 ноября станет выходным для большинства из них. 3 и 5 числа будут обслуживать клиентов в обычном режиме. Также 4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением социального фонда. Спасатели, между тем, перешли на усиленный режим работы. В праздники по статистике происшествий больше. Белорусские варежки и татарские тюбетейки. В преддверии Дня народного единства губернатор Виталий Хаценко встретился с лидерами национально-культурных объединений и религиозных организаций в межнациональном и межконфессиональном центре гуманитарной помощи. В нашем регионе проживают представители больше 130 национальностей. Виталий Хаценко отметил, что каждый вносит свой вклад в сохранение единства и мира в стране. Глава региона поблагодарил всех и за оказание помощи фронту специальной военной операции, жителям новых территорий и соотечественникам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Руководителям организации вручили благодарственные письма. Также губернатор подвел итоги совместной работы по формированию и отправке гуманитарных грузов в зону СВО и северные районы Омской области, пострадавшие от паводка. То, что было сделано больше, чем за год существования нашего центра, это дорого стоит. И огромное количество тонны грузов, значит, фур, которые направлены были не только в новые регионы, но и в наши традиционные регионы. Курск, Белгород, Брянск, Усть-Ишимский наш район, когда мы и не только, и Тевриз, и Знаменка, значит, и Муромцево, когда все сплотились. Спасибо всем вам за ваше большое сердце, душу, за желание помогать. И сегодня, когда Владимир Владимирович говорит, что без суверенитета не может быть России, на самом деле попытка делается разделить нас по национальным квартиркам, разделить нас на части территориально. Сегодня, когда мы все вместе, конечно же, мы не победим. И когда сегодня ребята наши, независимо от национальности, вероисповедания, находятся в зоне специальной военной операции и в едином порыве стоят на защите нашей Родины. Здесь же Виталий Хаценко вместе с участниками встречи написал большой этнографический диктант. К всероссийской просветительской акции присоединились многие омичи. А по всей стране диктант написали 530 тысяч человек. И это только за первый день проведения акции. Ответить на вопросы можно онлайн на сайте проекта или посетить одну из организованных аудиторий. Так, сегодня в Омске впервые работала специальная площадка на пригородном железнодорожном вокзале. Ну а что касается диктанта, на ответы дается 45 минут, всего в тесте 30 заданий. 20 общих для страны и 10 уникальных. Они отличаются в зависимости от региона, а за рубежом вопросы касаются мест, связанных с Россией. Написать диктант могут жители других стран, владеющие русским, английским или испанским языками. Сертификат участника онлайн-формата можно получить сразу после прохождения диктанта в электронном виде. Возможности проверить свои знания есть до 8 ноября. Я еду домой, я с Якутского района, я решила поучаствовать в этой акции. Мне все понравилось, и я запомнила вопрос про национальное блюдо. Там был бешбармак, и это казахское национальное блюдо. Мы в первый раз организовали эту площадку у нас в здании пригородного вокзала. Пользуются спросом у людей, тем более сегодня много пассажиров, все уезжают домой, студенты поехали домой к родителям. Меня заинтересовали вопросы, которые касаются названий каких-то обрядов и традиций, связанных с детьми, семьей, какими-то уникальными культурными традициями наших народов России. Символ победы в Японии, средства от депрессии, а еще кладезь полезных элементов. На прилавках магазинов вновь появилась хурма. В прошлом дефицитный продукт, сегодня в ассортименте представлен самых разных сортов и размеров. А в ресторанах срочно обновляют меню. Из зимней ягоды готовы предложить посетителям десятки различных блюд. На дегустацию отправилась Анастасия Донец. Оранжевое золото – так называют хурму на родине в Китае. Сейчас начинается ее сезон. Мало кто знает, но еще 100 лет назад яркие плоды с необычным вяжущим эффектом считались настоящим деликатесом в России. Сейчас эта ягода настолько популярна, что выращивают ее на 3 континентах. Всего в мире насчитывается более 500 видов. На омских прилавках ассортимент скромнее, но тоже есть из чего выбрать. О том, как правильно это сделать, расскажет Асель.
Хурма Королёк, она никогда не вяжет, и при выборе мы всегда обращаем внимание, чтобы она была ровненькая, гладенькая, такая красивая яблоко. У самой вкусной хурмы листочки подсохшие, цвет насыщенно-оранжевый, ближе к красному. Плоды мягкие, но не потерявшие форму. Я всегда обращаю внимание, чтобы на ней были темные пятнышки, то есть это говорит о том, что она уже созрела. Если вам все же попался неспелый плод, который вяжет во рту, не стоит его выбрасывать. В темном месте или в одном пакете с яблоками хурма дозреет за несколько дней. А в это время можно пойти в ресторан и отведать огненную ягоду там. Например, шеф-повар Муслим Абдукадыров создает уникальные десерты, где главный ингредиент – хурма. В чем особенность этого блюда? Тут используем три текстуры хурмы. Это мусс из хурмы, то есть желеобразная хурма, мороженое из хурмы и сама хурма. Восточные корни яркой ягоды подчеркивает обури. Так в Японии называется обработка открытым огнем. Украшается десерт мачей и цветами фиалки. Такие ингредиенты найдутся далеко не у каждой хозяйки. Но шеф-повар уверен, кулинарный шедевр с хурмой можно создать на любой кухне. Сочные плоды совершенно универсальны. Можно сделать пирог из хурмы, также и хурму можно использовать в разных салатах. А хурма сочетается с морепродуктами, также сочетается с разными мясными блюдами. То есть это такой универсальный фрукт, ягода. Блюда с хурмой не только вкусные, но и полезные. В ягоде много бета-каротина, который сохраняет красоту кожи, а также йода, нормализующего работу щитовидной железы. В составе плодов есть железо, марганец, фосфор, натрий, пектин и витамины. Это способствует повышению уровня гемоглобина и благотворно влияет на работу сердца. Содержание калия, магния в достаточно хороших пропорциях, то есть, скажем, что улучшает работу сердечной мышцы. То есть, ну и также оксиданты, которые тоже предотвращают, скажем так, риски ишемии, ну то есть стенокардии. То есть все тоже хорошо. А вот танин, главный ингредиент, отвечающий за вяжущие качества плодов, наоборот, может навредить людям со слабым желудком. Из-за большого содержания сахара с осторожностью стоит потреблять их и при диабете, не чаще 1-2 раз в неделю. А также хурму не стоит давать маленьким детям. А чтобы она по-настоящему приносила пользу, за раз можно съедать не больше 1. Анастасия Донец, Павел Манжос, 12 канал. Разноцветные фонарики и иллюминация. В Омске сегодня начали наряжать первую елку. Новогодний символ у торгового центра на Левобережье поставили еще в октябре. И вот теперь украшают. На лапах вечно зеленого дерева появились крупные игрушки в форме фонариков и яркие шары. Каждый год жители Омска с интересом наблюдают за процессом праздничного убранства. Городская традиция олицетворяет приближение любимого зимнего торжества. Добавлю, что по традиции именно этот предприниматель первым украшает территорию к новогодним праздникам. Конечно, придает. Еще бы снежочка, и было бы вообще класс. Праздничное настроение появляется. Уже самим хочется дома елку наряжать, если честно. Дети просят. И смотрите во второй части нашего выпуска. Вспомнить заслуги тех, кто трудился в тылу. В Нижнеиртышском Саргатского района открыли аллею трудовой славы. Чтобы мы чтили людей труда, сами старались именно вот быть достойными этих людей. А еще выставка ремесленников, вкусные угощения и зажигательные танцы в преддверии Дня народного единства. К собственной мечте нужно не идти, а ехать. Братья-школьники сконструировали педальный автомобиль. Какие чудеса техники на очереди. И водные процедуры для сухопутных гигантов. В Большереченском зоопарке устроили банный день для черепах. Ура! Каникулы! С 26 октября Ярослав Запашный с грандиозной цирковой программой в Омском цирке. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите! Найти работу на зарплате.ру можно быстрее, чем закончится эта реклама. А сколько вакансий за это время найдете вы? Зарплата.ру. АГС. Установка и ремонт автомобильного газового оборудования. Быстро, качественно и с гарантией. АГС. Телефон 33 14 06. Радио «Гордость» в Омске. 90.1 FM. 90.1 FM. В
торжественной обстановке в Нижнеиртышском открыли аллею трудовой славы. Увековечили память о людях, которые в годы Великой Отечественной войны помогали ковать победу в тылу. Мероприятие решили приурочить ко Дню народного единства. По случаю праздника в селе прошла ярмарка с угощениями и гуляниями. Репортаж Анастасии Вишовой. В Нижнеиртышском масштабный праздник. На центральной площади собралась, пожалуй, большая часть жителей. Здесь открывают аллею трудовой славы и сквер. Здесь установили транспаранты, дорожки вымощены плиткой, проведено освещение. На аллее фотографии людей, которые удостоены высоких наград. Часть из них в годы Великой Отечественной помогали ковать победу в тылу, а после восстанавливали страну в послевоенные годы. Один из них – Кирилл Хорошун, награжден медалью «За доблестный труд в годы войны». На открытии аллеи присутствует его дочь. Я очень рада, что как бы это вот все... Это на века память создается, это все для будущих поколений, чтобы мы чтили людей труда, сами старались именно вот быть достойными этих людей. Благоустройство территории, прилегающей к мемориалу, удалось провести в рамках проекта «Решают люди». В этом году по поручению губернатора на реализацию инициатив жителей Омской области выделена беспрецедентная сумма – 1 миллиард рублей. Это позволяет привести в порядок памятники и мемориалы в преддверии 80-летия Великой Победы. Действительно, в преддвериях такого великого для нас праздника мне очень приятно, что в Нижнем Иртыше нам в течение 2 лет удалось преобразовать вот эту территорию, которая действительно для нижнеиртышцев является святым. И очень хорошо, что действует вот эта вот программа. Из 193 проектов больше 40 направлены на ремонт мемориалов и памятников, проведение благоустройства прилегающей территории. Не обошлось и без народных гуляний, песен и танцев. Праздник проводят в преддверии Дня народного единства. Вся страна отметит его 4 ноября. Мы очень рады, мы очень рады гостям, которые к нам приехали поздравить нас. И мы вас поздравляем. Местные мастерицы организовали выставку работ, созданных своими руками. Несмотря на дождливую погоду, это не портит настроение. Ну а чтобы точно никто не замерз, всех желающих угощают горячим чаем. Угощаем салом жареным, сало свежее, пирожки, капуста, пожалуйста. Чай горячий, конфеты. Все у нас есть. Все домашнее? Все домашнее, только домашнее. Вот жарим прям жареное. Вот, жарим и свеженько даем. Что касается инициативных проектов, они позволяют преображать общественные пространства, детские спортивные площадки. Программа показала свою эффективность, и ее продолжат и дальше. Заявки на участие в следующем году уже поданы. Анастасия Вишова, Сергей Ленвебер, 12 канал. Омская область вошла в десятку регионов по количеству школ и детсадов, которые попали в программу капитального ремонта. А по числу зданий, колледжей и их общежитий, которые приведут в порядок, наш регион в тройке лидеров. Министерство просвещения одобрило заявку Омской области на проведение капремонтов образовательных организаций в 2025-2027 годах. За 3 года в регионе капитально отремонтируют 9 зданий колледжей, 16 детсадов и 21 школу. В итоговый список было включено больше учреждений, чем планировалось изначально. При этом в зданиях не только сделают ремонт, но и внедрят современные технологии. А еще большое внимание уделят безопасности детей. По всем видам образовательных учреждений, то есть по детским садам, по школам и по учреждениям среднего профессионального образования были разработаны эти пакеты документов, которые как заявка были направлены. Нужно сказать, что и на этом этапе губернатор принимал очень активное участие, потому что он проводил личные встречи и с министром просвещения Российской Федерации. Вот, и, в общем, активно вел эту работу на федеральном уровне, и поэтому вот тот результат, который мы на сегодняшний момент получили, это, конечно, огромная работа губернатора. Также в регионе продолжается программа капремонта школ. В этом году работы ведутся в 5 учреждениях. В 2025-м планируется завершить работы на 19 объектах, а в 2026 году начать ремонт еще на 19. Всего в ближайшие 3 года будут отремонтированы здания 71 школы. Насколько успешно реализуется программа, как повлияли на нее санкции, подробности смотрите в программе «Акценты недели». Хоккеисты «Авангарда» посетили крупнейший нефтеперерабатывающий завод России. Игрокам и руководству хоккейного клуба в рамках ознакомительной экскурсии показали современные технологические объекты Омского НПЗ. Своими впечатлениями хоккеисты поделились с нашей съемочной группой. Подробности далее.
Игроки «Авангарда» с интересом рассматривают комплекс глубокой переработки нефти. На омском перерабатывающем заводе в рамках ознакомительной экскурсии хоккеистам и руководству клуба показывают современные технологические объекты предприятия. Это действительно важно, и понимать и чувствовать эту связь с нашим главным партнером, посмотреть то, каким образом и как непросто, и как технологически на высочайшем уровне организован процесс добычи всех тех вещей, которыми мы сами в жизни пользуемся, это действительно классно, важно. И я думаю, что это все работает в общую копилку объединения всех наших активов в какое-то единое целое. Делегация хоккейного клуба также посетила объединенную операторную, откуда осуществляется дистанционное управление множеством технологических процессов на заводе. А еще спортсменам рассказали о программе «Здоровье и благополучие», которая четвертый год реализуется на омском НПЗ. Естественно, приятно приезжать, посмотреть, как работают, да, одно из самых больших предприятий России для Омска. Я жил в городе, где там много народу работает на заводе, да, в Нижнекамске, так же, как и здесь. Так что всегда приятно общаться с людьми, с нашими болельщиками, да, и я надеюсь, им тоже приятно видеть нас здесь. По завершению экскурсии сотрудникам УНПЗ, среди которых немало болельщиков «Авангарда», удалось пообщаться с хоккеистами, взять автографы и сфотографироваться на память. Константин Лондон, Юлия Вдовиных, 12 канал. Не могут улететь в теплые края из-за лишнего веса. Орнитологи просят омичей не кормить уток, лебедей, обитающих в зоопарках, скверах и диких водоемах. Ученые говорят, омичей их просто закормили. Птицы привыкают к легкой добыче и попросту отказываются от перелета. Но с наступлением холодов водоплавающим придется не сладко и даже может грозить смерть. Сильные морозы, хищники, скрученность, которая приводит к распространению паразитов в болезни, и нехватка еды. То, что приносят люди обычно недостаточно. Не надо их кормить, конечно, не надо их подкармливать, не надо их жалеть. Потому что утки, в принципе, без подкормки человека, они бы давно оттуда уже улетели. Их никто не кормит. Здесь только лучшие из лучших. Больше сотни юных бойцов из нескольких регионов съехались в Тару, чтобы поспорить за награды турнира по дзюдо, посвященного памяти уроженца этих мест офицера Центра спецназа «Витязь» Леонида Махонина. Перед глазами мальчишек пример героя, защитившего Россию. Сам турнир – настоящая наука побеждать для ребят, будущих защитников Родины. За жаркими схватками на татами наблюдал Алексей Адариев. Юные мастера гибкого пути, а именно так переводится на русский язык название борьбы дзюдо, несмотря на возраст, уже хорошо знают цену победы на татами. Именно ради нее они приехали в самый северный город Омской области за многие сотни километров. Каким получился для тебя финальный бой? Ну, непростым. Я выиграл по шидо. Соперник трудный? Да. Я очень рад из-за этого заплакал. Прям очень сильно рад. Это я только четвертый раз за городом на соревнованиях. И уже такой результат хороший. Ну, ты так подзапыхался, видно, все силы пришлось в финале отдать. Да, да. Которые были, которые остались. Побеждая себя, ты становишься непобедимым. Звучит просто, но вот воплотить это правило в жизнь очень нелегко. Нужно уметь терпеть боль, не опускать руки, когда кажется, что взять верх невозможно, и отдавать всего себя ради победы. По таким правилам стараются действовать мальчишки, выступающие на этом турнире. По этому принципу жил и побеждал уроженец Старского района, майор спецназа Леонид Махонин, памяти которого посвящены эти соревнования. Это 100% мероприятие, которое нужно не просто Тарскому району Омской области. Такие мероприятия нужны всей России. Мы с вами знаем, что после победы Великой Отечественной войны мы с вами увековечивали улицы, увековечивали разные названия. Мы об этих героях говорили. Может быть, не было такого развития спорта послевоенного, как сейчас. Но сейчас именно через спорт мы можем сделать все для того, чтобы эта память вошла в сердца наших с вами ребятишек. Лучшие молодые бойцы из Омска и Новосибирска, Челябинска и Сургута, а также десятка муниципальных районов нашего региона. Такой турнир стал бы событием даже для областного центра. Но организаторы уверены, что его нужно проводить именно на Тарской земле. Выбор площадки пал именно потому, что где родился и получил свое становление Леонид Махонин, имени которого назван сегодняшний турнир. Мне кажется, наоборот, мы таким образом не концентрируем все в центре, а развиваем дополнительные территории нашей Омской области. И привлекая внимание к Таре, значит, я считаю, мы отдаем дань уважения его малой родине, а также, собственно, как бы помогаем Таре расти, процветать и прославлять Омскую область.
Медали и дипломы в руках счастливых победителей. Но и те, кто уступил в финале, не выглядят особенно расстроенными. Турнир стал очень хорошей традицией. На следующий год пройдет уже в четвертый раз. И у каждого, кто сегодня не смог подняться на верхнюю ступень пьедестала, будет возможность взять реванш. Алексей Дарьев, Дмитрий Храмцов, 12 канал. Детские игры во взрослой жизни. Два брата-подростка сконструировали и собрали настоящий педальный автомобиль. Теперь под музыку и, на удивление взрослым, колесят по микрорайону. От желающих прокатиться нет отбоя. На достигнутом ребята останавливаться не собираются. Даже планируют папин гараж полностью заставить техникой собственного производства. С изобретателями встретилась Екатерина Малицкая. На вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, братья Гиберт однозначно отвечают – автомехаником, как папа. Женя и Сережа уверенно движутся к мечте уже сейчас, точнее, едут к ней на своей педальной машинке. Диковинное устройство для них собрал папа. Самодельный автомобиль знает вся округа. Ну, летом очень большая толпа, машины даже не видно. Все просятся за руль, еще когда прицеп особенно есть. И в прицепе люди сидят, и на машине, и вокруг машины. Толпа большая. На небольшой на вид машинке может поместиться до 10 человек. Младший Сережа проводит в гараже все свободное время. Мальчики уже добавили в любимое транспортное средство новые фары, руль от легковой машины и даже магнитолу с Bluetooth-колонками. Модернизируют исключительно за собственные карманные деньги, а качество работы неизменно контролирует отец. От садовой тачки колеса были, но они часто почему-то в негодность приходили. Не выдерживали. А теперь от мотороллера. В планах еще смастерить для машинки крышу и добавить светящиеся электроприборы. На самоходной тележке вдохновение не остановилось. В семье смастерили трехколесный велосипед с прицепом, а к старому мотороллеру летом сделают домик на колесах. Ну а следующая разработка – снегокат. В отличие от педальной машинки, он работает уже не от педалей, а от мотора. И не простого, а от бензопилы. Поэтому зимой по наледи такое устройство способно разгоняться до 30 км в час. Старший брат Сережа, Женя, учится уже в колледже. Совсем недавно его мечта стать автомехаником исполнилась. Он начал работать на станции технического обслуживания. Однако это не конечная цель. В будущем братья хотят собрать настоящую большую машину и основать собственный автомобильный бренд. Екатерина Малицкая, Андрей Кузьмин, 12 канал. Чистота – залог здоровья. В Большереченском зоопарке показали, как проходит банный день у гигантских черепах. Водные процедуры нужны регулярно. Купание не только для очистки от грязи и налипшей еды, но даже для стимуляции работы кишечника. Вода теплая, не больше 35 градусов. Сара и Самсон – шпароносные черепахи. Вид считается одним из самых крупных в мире. Одни уже весят больше 60 килограммов. Еще одна особенность – это сила. Закрываясь в панцире, они могут гнуть алюминий и сталь. Живут рептилии. Больше 70 лет. А еще Сара и Самсон – влюбленная пара. Далее прогноз погоды. На все наши новости доступны в социальных сетях. ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Рутубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или же позвонить в редакцию по телефону 695-641. И оставайтесь с нами. Спонсор прогноза погоды – цирк Ярослава Запашного. В Омском цирке стартовала новая программа при участии династийного артиста в пятом поколении Ярослава Запашного. Впечатление от увиденного не оставит вас равнодушными. И о погоде. Завтра, 3 ноября, в Омске переменная облачность. Возможны осадки. Ночное время до плюс 6. Днем плюс 8, плюс 10. В районах облачно, дождь. Ночью до плюс 2. Днем до 10 градусов выше нуля. Ветер южный 7 метров в секунду. И атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба. Ура! Каникулы! 26 октября в Омском цирке Ярослав Запашный с грандиозной цирковой программой «Тигры на земле и в воздухе». Билеты на сайте и в кассе цирка. Телефон 8 800 444 10 13. Категория 0+. К этой минуте у меня все новости. Всего вам доброго и до встречи.